Добрый день, дорогие друзья. Тех-центр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Nissan Tiana 2013 года выпуска с бензиновым двигателем 2,5 литра, коробкой вариатор, пробег на автомобиле 70 тысяч километров. Клиент приехал к нам на СТО выполнить заявленные работы, поменять рулевые тяги с наконечниками, но также втулки переднего стабилизатора. По предыдущей нашей диагностике мы выявили, что есть люфты в наконечниках и тягах, ну и также во втулке стабилизатора. Мы сейчас выполняем эту замену. Демонтировали рулевые тяги. Да, действительно, тут есть небольшой люфт. Наконечники рулевой тяги. Там слышны простукивания явные. Ну и демонтированы втулки переднего стабилизатора. Для замены втулок требуется частично опустить подрамник, потому что так втулки не поменяешь. Они очень близко находятся к корпусу автомобиля. Установлена уже новая тяга рулевая. Ну и сейчас установим также наконечник. После нашего ремонта автомобиль еще отправится на регулировку углов свод развала. По времени наша работа займет 7 часов, и сумма ремонта составит 9520 рублей. Мы несем полную материальную ответственность за все свои рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 24 месяца. Все старые запчасти мы предоставим клиенту. Если вы больше хотите узнать о ремонте автомобилей, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.